Счастье – это, наверное, заниматься тем, что любишь, чтобы оно доставляло удовольствие. Будь самим собой. Многие даже не понимают, в каком красивом месте они живут, что они живут на природе, что они каждый день это щупают, говорят, своими руками. Добро пожаловать в Малый Турыш. Это крохотная деревенька на Урале, в которой живет всего лишь 20 домов. А я основатель сладкого производства Кокабеллы, которое дает работу жителям деревни. За 5 лет мы вместе со спонсорами построили производство, на котором работают пожилые люди. Вместе с ним в деревне появилась детская площадка, беседка, скважина питьевой воды и налажен вывоз мусора. Теперь мы хотим взять новую высоту, построить в деревне общественный центр. Пространство, в котором с утра бабушки будут выпекать ароматный хлеб, в обед встречать туристов, а подростки после школы будут осваивать новые профессии. Зачем ждать автолавку с невкусным хлебом раз в неделю, если можно печь его на всю деревню ежедневно? Поддержите нас, выберите подарок для себя или близкого человека. Этой весной мы запускаем сразу 2 новые линейки продукции. Натуральную косметику на основе пчелиного воска, бальзамы для губ и тела, твердое массажное масло. А также товары для уютного дома, ароматические свечи, деревянные игрушки и подсвечники. Чтобы деревня жила, здесь должна быть возможность проводить досуг и учиться чему-то новому. Давайте вместе сделаем сказку былью.